Здравствуйте, Влад. Это видео про ваши объективы. В первую очередь, смотрите, одуванчик наклеен. Очень аккуратно одевайте, снимайте крышку с объектива, чтобы не сорвать одуванчик. Вот, когда устанавливаете в камеру, диафрагма ставится на 16. И очень аккуратно совмещаем с белой точечкой черную стрелочку, чуть-чуть углубляем и поворачиваем. Вот, как видите, все запрограммировано, все меняется. Ну и как обычно, при съемке всегда диафрагма находится на положении 16. Это автоматическое положение, то есть вы выбираете нужную диафрагму с камеры, и камера отрабатывает. Снимаете объектив точно так же. Нажали кнопку стопора, аккуратно повернули и вытащили. И одели аккуратно крышку. Также с Гелиосом. Очень аккуратно снимаем крышку. Также красную точку здесь совмещаем с белой. То же самое, диафрагма здесь стоит на 16. Чуть-чуть углубляем и поворачиваем. Здесь диафрагма прошита до 32, поскольку на советских объективах с одуванчиком диафрагмы правильно не отрабатываются. Таблица поправок находится в группе. Там все увидите. И также при съемке диафрагма на объективе всегда находится в положении 16. Также аккуратненько кнопочку нажали, повернули, по часовой стрелочке вытащили, одели крышку. Все, спасибо за внимание.